Как сказал Алекс Брежнев, мне приснился страшный сон, что исчез YouTube, и я больше не смогу выкладывать видео. Да, у меня ровно то же самое, ребят, уже сейчас. Хотя широта вещания пока далека от Алекса Брежнева, но я на это не жалуюсь. Так, смотри, вот здесь можно пройти, здесь будет салон Феррари. Материализовался салон... А, материализовался вагон безволосых лон, как я написал в своей книге. Джингл Белл. Ну, сейчас меня за Джингл Белл забанят, ребят. Че, пройдем туда, нет? Ай, да ну его к черту. Че мне этот салон Феррари, ребят? Мне салон Феррари вообще не нужен. Пойдем на Лубянку. Кстати, в Детский мир там я заходил уже. Не помню. С какой-то женщиной. Помните? Короче, у Rolling Stones есть альбом, называется Some Girls. И их спросили, почему такое название Some Girls? А они ответили. Мне показалось, что Маккартни. А они ответили. Мы не помним их сраных имен. Ну вот. Нормальный мужской шовинизм. Ну, слушайте, у нас канал-то мужской. Чем мы будем друг друга стесняться? Нас женщины не смотрят. Мы можем спокойно говорить друг другу, какие мы крутые. Какая у нас волосатая грудь и большой член. Абсолютно. Можем говорить, что как это написано в интернете, БПБЕ и прочее. Хотя и ввиду всего происходящего я категорически против этого. Как только начинаются такие разговоры, вроде как сиди и рожай детей, и не получая образования, я думаю, да блин, это же просто, это же кобзда, ребят. Это же просто надо тревогу бить. Это же лютейшее мракобесие. Нет, это однозначно против. Это так, игрушки. Конечно. Весь мужской сексизм – это игрушки. Я всегда на своем канале говорю, что я отдаю себе отчет в правде. А правда заключается в том, что женщина – это создание божественное. И все в ее руках абсолютно. Захочет она, как говорится, быть с тобой, чтобы ты был счастлив, будет. Не захочет, ты хоть, блин, тресни. Ничего не выйдет. Ну, так же, собственно, и в обратную сторону. Но я думаю, что это не совсем в обратную сторону. Я считаю, что женщина всему голова. Так, нам надо теперь перейти. Вот там будет Библия Глобус. И там будет уже метро Чистые пруды спокойненько. А вот это у нас Китай-город. Ну и слава богу, хорошо. Сейчас пойдем в переход.